Значит, 16:35. Значит, производим видеозапись осмотра места, где 27 июня 2001 года подорвались 7 подростков. Значит, свидетель пожелал остаться за кадром, и неизвестно. Значит, скажите, пожалуйста, вот это что за место вот это? Это место центральной улицы, старый Таги, двор, постоянно играли дети. Так. А 25-6 числа... Это дом, чей это дом? Это дом, я точно не знаю фамилии. А кто-то говорил, что это детский сад или бывший? Да, бывший детский сад. Здесь был детский сад, это центральная улица. Тут все вот рядом живут, эти дети были... Буквально в этом дворе они были, в этом дворе всегда буквально играли, вот в этом месте. Вот вы могли бы указать, вот это, где именно произошел взрыв? Вот где вот стоят сейчас, лежат эти доски. Где сложены эти дроны, да? А впереди здесь были доски. Так. Сложены так, полтора метра. В то время, полметра, да? Полметра, да, доски были. Ага. Эти доски сейчас, видимо, хозяева после этого убрали. Убрали, да? После взрыва. То есть здесь часто играют... Часто, постоянно играли дети. Дети, да? Вот расскажите, пожалуйста, что вам известно об этом происшествии? Так, происшествие. 25-6 у нас провели зачистки, так называемые, после которых... 26-го какого? 26-го... 25-26 июня, да? Июня, да. Какого года? 2001 год. 2001 год, да? Да, буквально 8 дней. Это получается тогда за день до взрыва? За день до взрыва. Здесь у нас в этом селе произвели зачистки. Так. И буквально вот в этом, около этих ворот, два БТРа без номеров. Угу. Тут все могут подтвердить, это все знают, что больше всего задержали. Вот в этом месте, да? Вот в этом дворе, вот у этих ворот. И тут они что-то делали, мы-то думали, зачистки делают. И на второй день... Буквально второй день это где-то вот это все разглашено по всему двору. И, ну, в общем, ранило. Двое у нас же погибло, мы это рассказывали. Остальных ранило, раны очень глубокие, проникающие всех двое. Это с ранением. То есть пострадало 7 человек, да? Пострадало. Было 11, пострадало 7 человек. Из них сколько умерло? Умерло двое. А вы фамилии их не помните? Кунтаев и. Второго, не помню, не помню. Ну, парень тоже 12 лет, и 15, двое погибло. Он далеко даже стоял, мальчик, вон даже около этого дерева. Осколок самый большой. Около какого? Вон такой, вон то дерево. Да. Его черепно-мозговая травма... Он стоял там, да? Да. Его, это который? Который погиб. Его на вертолет увезли, мозгов. Как его фамилия? Кунтаева. Привезли на второй день уже мертвого. Вот. И буквально на второй день, вот когда это произошло, сюда приехали, мы думали, милиция приехала, пришли все тут поглазеть, и выясняется, те же самые два БТР, они и приехали сюда. Которые здесь которые были... Которые зачистку делали. Во время зачистки, да, за день до этого. Всех их узнали, потому что у некоторых вещи пропали, у некоторых кошелек пропал, они узнали в одном своего, кто кошелек унес, кто ковры унес, вора, в мечети, да? Вора, да. Все женщины признали их. У нас же тут похороны были. И мы тут по улице ходили, и нас всех тут, мы их видели, это дело. И вот прошли, потом уже когда вызвали прокуратуру, районные органы, они заявляют, что это дети баловались. А вот когда мы уже пошли и объяснили, что это дети, если баловались, то они допрашивали каждого ребенка. В каком состоянии дети не могли договориться. Почему-то они все говорили одно и то же. Непонятно, откуда взрыв. И они что сказали, откуда взрыв, вот как вот получилось? Ну, говорят, это ваши баловались, но где там. Да, и вот сегодня буквально хозяева закрыли эти ворота, чтобы вообще никто туда не ходил. Спасибо. Вот это значит, на этом видеозапись и осмотр заканчивается. 22 июля 2001 год. Село Старые Атаги, Прозинского района Чеченской Республики. Мы сейчас осматривали место, где произошел взрыв и, значит, ранило 7 подростков 21 июня 2001 года. Это есть эпицентр взрыва.